В Хорватии стартовал чемпионат Европы по карате. Три представителя Азербайджана вышли в финал турнира в категории кумите. Это Ирина Зарецкая, Рафаэль Агаев и Панах Абдуллаев. Шанс побороться за бронзу получил Асиман Гурбанлы. Также шанс завоевать бронзовую медаль сохранил Роман Гейдарович, выступающий в разряде ката. Всего на чемпионате Европы принимают участие 23 азербайджанских спортсмена.